Что бы вы думали, что это за звуки? Вот такие звуки у нас регулярно, но почти ежедневно практически. И достаточно долго, в течение дня. Потом, если будет возможность, я вниз спущусь и сфотографирую. Окна приходится держать закрытыми. Даже в комнате говорить трудно. А, вот внизу, товарищ, видно, да? Это не что иное, как наши садовники ухаживают за газонами. Нынче у нас все механизировано. Все для человека, все во имя человека. Кстати, можно обратить внимание, какую пылищу это все поднимает. А было еще смешнее. Я видел, как, ну, не только косят траву, но и просто подметают газоны, убирают. Ну, если раньше это делали граблями, метлами, то сейчас включают вот такую же громкую штуковину. И вот точно с таким же звуком, что-то типа пылесоса или какой-то продувки, они выдувают мусор из травы. Но все это, конечно, наверное, эффективно, эффектно. Как и вот такая козьба. Это, конечно, не косой махать, понятно. Хотя по производительности, я вот сейчас смотрю по их движениям, у них движения точно такие же, как у косцов, да? Которые косят сено. Вот точно такие же движения, я так подозреваю, производительность то же самое, абсолютно. Причем самое интересное, по энергозатратам, по-моему, то же самое, поскольку вот он двигается, шевелится, но только громко все гремит и тратится какая-то энергия, совсем другая уже, электрическая, там, я не знаю, бензиновая. А самое-то главное, вместо экологии, которую призваны вот эти действия производить, то есть вместо комфорта, который должны, в общем-то, обеспечивать вот эти вот работы, жителям, по крайней мере, окрестных домов, это приносит, ну, уже привычный такой дикий шум. Люди уже привыкли, по-моему, даже не реагируют. Но окно-то открыть нельзя. А в комнате могут быть дети, которым днем надо спать. Могут быть больные, которым нужен покой. Да и вообще, ну, здесь надо измерить те децибелы, с которыми происходит этот шум. Я абсолютно уверен, что они зашкаливают разумные санитарные нормы. Вот такое вот интересное наблюдение. А теперь послушаем музыку дневного Иркутска. Слушаем. И вот пока эти два человека не подстригут траву здесь, на всем этом участке, это будет продолжаться, я так подозреваю, в течение всего рабочего дня. Они уйдут, придут другие, которые включат точно такие же шумовые жужжалки и будут подметать, якобы подметать газоны. Короче говоря, я абсолютно уверен, что дай им в руки косы и дай им в руки метлы, они, ну, может быть, раза в два будут, три, эффективнее. Но это же будет действительно уход за природой, а не вот такое вот варварское выстригание, выдувание, сопряженное с таким диким визгом, шумом в центре города. Шум не переставаем, они не выключают. Это вот с утра происходит. Я держу окна закрытыми, сижу в духоте. Не знаю, как другие жители на это реагируют. Ну вот все, пожалуй.